ребята, и со мной сегодня Доброслав и Коля. Да. Сегодня видео без Мирослава. Вот видите мой канал. Да блин. Подписчиков слышите. Так, ладно. Я Карина. Так, ладно, сегодня у нас будет какие-нибудь реакции. Так. Можешь без звука. Это все? Да, странное видео. Кстати, про ребята, я скручиваю видео. Хотя нет, лучше не буду. Так. Или я это уже смотрел? Не помню. На всякий случай. Ребята, здесь полная какашка. Полная какашка происходит. Ребята. Полная какашка. Так. Что это? Жалко просто. Нахуй. Так. Кто хочет со мной посмотреть, может про Бэйби. Про Бэйби? Я здесь не могу. Ого. Я здесь видео снимаю. Ребята, ребята, смотрите, ребята. Corruption Mod, как по мне, произведение сюжетного искусства во вселенной модов Friday Night Funkin'. Создателем сия проекта является автор YouTube-канала Phantom Fear. Парень из Великобритании, развивающий свой потенциал в разработке модификаций. Ага. И стоит признать, этот результат действительно впечатляет. И еще побить чего стоит концовка второго дня, когда бойфренд пытается побороть свое заражение, сражаясь с вирусом. Однако, давайте обо всем по порядку. Но перед этим обязательно подпишись на канал, если хочешь видеть больше роликов по вселенной Friday Night Funkin'. А также не забывай про лайки и комментарии. Кстати, напиши название своей любимой песни из данного мода. Мой любимчик, например, Чиллер. Погнали. Ого. Самая известная версия начала истории заключается в том, что бойфренд проиграл один из самых важных батлов его карьеры, после чего лимонный демон заточил тело бойфренда в жуткий вирус, поработив его сознание, тем самым превратив его в некое подобие монстра. Первой жертвой зараженного бойфренда оказывается Пика, которая так же, как и бойфренд, попал под влияние вируса, однако старается противостоять ему. Во время первого батла бойфренд не оказывает никакого эффекта на Пику, так как тот еще полон сил для того, чтобы петь, ведь ключевой момент этого вируса заключается в том, что он передается не только физическим контактом, но и через звуковые волны. После неудачной попытки вируса овладеть телом рыжеволосого паренька, Пика пытается спасти бойфренда, тем самым испаряя вирус. И вроде бы все хорошо, но не все так просто. Вирус начинает проявлять активность, вновь поглощает тело бойфренда, а также порабощает тело Пика. В итоге Пика оказывается еще одной жертвой. Следующая цель бойфренда находится в старом особняке, где располагаются Скит и Памп. Оказавшись на месте, мы видим, что Памп также подвергся вирусу, его тело покрыто темной материей. И только жуткая улыбка с красными глазами, говорящая о том, что назад пути нет. Скит старается спастись от вируса сам, а также спасти своего брата, однако силы оказываются неравны, отчего Скит с каждым разом поглощается жутким вирусом. В итоге, со слезами на глазах, Скит попадает в список зараженных. Ой-ой. Я здесь вообще будет долго, да. Пока
бойфренд находился в особняке, заражаясь скидой пампа, Пика преуспел в нахождении матери Геру Хранс. Мать не была способна узнать Пика в лице монстра, пугающего своим жутким видом. Она была напугана, однако была в курсе событий, происходящих во всей вселенной данной франшизы. В очередных попытках сражений с силой инфекции Майк проигрывала батлы, с каждым разом покрываясь вирусом. И тут был очевиден, Майк была заражена. Ого. На данный момент сейчас сценария просто-напросто пропала, поэтому попробую объяснить сам. Следующий наш соперник является Сенпаем. И этот крайне интересный момент, ведь мы играем не за зараженного бойфренда, а за его душу, что крайне интересно. И ведь это имеет смысл, ведь Сенпай — это тот же самый дух, просто затащенный в игру. Однако у духа зараженного бойфренда есть интересная фишка. Он способен удалять файлы. Маника плачет в сторонке. На второй день он просто-напросто удаляет глаза Сенпая, тем самым показывая свои способности, а на третий день просто-напросто удаляет его полностью. В итоге Сенпая нет. Ясно. Почти весь мир был подвержен атаке инфекции, и на нашем пути остался единственный соперник. И как нетрудно догадаться, это отец. С отцом вообще все обстоит крайне неоднозначно. Он так же, как и остальные, подается заражению, однако он вполне способен ей противостоять при помощи своей силы. Когда его глаза загораются, инфекция постепенно сползает с его тела, но на третьем раунде его силы иссякают после того, как он видит состояние своей жены. Она поддалась заражению, она сражалась изо всех сил, но превратилась в монстра. В этот момент отец не смог взять себя в руки, тем самым и сам стал подвергать себя этой заразе, и тут весь мир был подвержен вирусу. Ого. Казалось бы, основная сюжетная линия должна закончиться именно тут. Весь мир заражен и находится под полным контролем лимонного монстра, однако быстро начинает пробуждаться, и практически нас ждет еще один батл, но на этот раз сознание. Наш соперник, как бы это ни было неожиданно, душа зараженного бойфренда. Сути батл заражен и становится с Пика, говоря о том, что мы недостаточно хороши в сравнении с ним. Постоянно подталкивая бойфренда стараться лучше. В первый раунд наш главный герой одерживает победу, что, конечно же, не нравится зараженному. На втором раунде бойфренд, сражаясь с духом зараженного, чувствует себя не очень хорошо. Он чувствует некое давление, оказываемое духом, но все еще продолжает держаться молодцом, практически одержав очередную победу. Но наш герой оказывается в странном месте, где он остается в одиночестве. Бойфренд теряет рассудок. Ничего себе. Ребята, я видео сейчас снимаю. Снимай, как мы играем. Ага, сейчас буду. Я досниму сейчас это видео. В завершении хочу отметить, что этот мод на момент написания сценария все еще находится в разработке, а значит, сюжетный поворот вскоре откроет нам новые горизонты для размышлений. Разработчики явно понимают, что он привносит крайне интересный и непритязательный сюжет для, казалось бы, ритм игры, так что будем ждать продолжения. Ну, на этом все. Спасибо тебе, игрок, за просмотр. Если тебе понравился этот ролик, то обязательно подпишись на канал, чтобы я понял, что тебе будет крайне интересно. Ставь лайк, пиши комментарии и увидимся в следующем видео. До скорой встречи. Удачи! Ладно, ребята, если вам понравился этот видос, ставьте лайк. Пока!